Глава Приангария Игорь Кобзев ответил на вопросы всероссийской переписи населения на портале Госуслуг. Ну, во-первых, я считаю, это важная стратегическая задача. Теперь все зависит от каждого из нас. Перепись населения – это точные данные, как должно развиваться наше общество или наш регион в ближайшие несколько десятилетий. Я считаю, что мы сегодня приступили к, наверное, утверждению стратегии социально-экономического развития нашего региона. Перепись проводится один раз в 10 лет, и в этом году она впервые является цифровой. При этом сохраняются и традиционные форматы, когда переписчики ходят по домам и работают переписные пункты. По информации Иркутскстата, на 2 ноября в Иркутской области переписано чуть более половины жителей. При этом большая часть опрошена переписчиками. Лучшие показатели по цифровой переписи на портале Госуслуг достигнуты в Саянске, Тулуне, Иркутске и Мамско-Чуйском районе. Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. От полученных данных зависит социально-экономическое развитие территорий. Для нас сегодня это оперативность решения тех задач, которые востребованы сами людьми, просят. И необходимо подтверждение вот этих фактов нашими вот этими совместными данными, и они в целом дают объективную картину развития нашего региона. Губернатор также подчеркнул, что заполнить переписные листы на портале Госуслуг в сегодняшней эпидемиологической ситуации – самый безопасный способ участия в масштабном опросе. Кроме того, это быстро, удобно и современно. Ольга Щеглова, Мария Константинова. Местное время.